Сказка о герое снежном. Одной зимой появился снеговичок. Его слепили дети во дворе и назвали Петя. Он очень любит кормить голодных птичек крошками хлебушка. Однажды случилась беда. В небе появилась злая и снежная туча-бабайка. И навела вьюгу на город. Ни родителей, ни дома не видно. А снеговик не испугался. Ветер, ветер, приходи, здесь опасно, помоги. Дети все домой хотят, любовь к родным в сердце хранят. Ветер прилетел и прогнал тучу. Ай, не трогай меня! Ура! Ура! Снеговичок был рад за деток. Он смелый, храбрый и хороший. Такой и должен быть герой. Конец мультфильма.